на полный ублюдок. Да я ублюдок, я ублюдок. Больше не... Вы прикиньте, что в голове у людей, которые делают музыку, когда, короче, половину пишет, блядь, фу, дерьмо ебаное, половину пишет, дропай, охуенно. Вот вы просто прикиньте, что в голове, ну ладно, не у кого-то другого, что в голове у меня, вы просто, блядь, прикиньте эту хуйню. И тут ты понимаешь, что либо ты придерживаешься того, что ты делаешь то, что тебе нравится, и это слушают только те, кому это нравится. Либо ты, блядь, прогибаешься под мнением людей и делаешь музыку, которая тебе не нравится. Но зато она нравится большинству.